Доброе утро, друзья. У нас тут в Санта-Крус суббота. Вы видите, как тихо. Хорошо, птички поют. А я вам показываю в траке. Ну, это не наш трак, это строители, которые у нас тут на бэк-ярде работают, привезли. Вот вы видите такое интересное хозяйство. Это такие пластмассовые ячейки, можно так сказать, которые лягут на грунт, и по ним можно будет ходить. Там еще гравием сверху присыпят, и вот как бы оно создает такую твердую поверхность. Мы заходим на наш бэк-ярд. Тут такая площадка, но там RV поставить можно, что-то такое, не знаю, мы не ставим. И вот тут ребята работают. Видите, содрали все, что было. Содрали травку. И сейчас делают, ну, новый такой дизайн будет. Мы со Светой поедем сегодня покупать, выбирать такие керамические большие вазы. Громадные. Для будущих растений. Это наш лимончик. Вот видите. Значит, здесь будет все гравием сделано. И поверх, там по периметру, в разных местах будут стоять такие громадные керамические кастрюли. Вот. А в них уже будут расти растения. Вот видите, они здесь бортики такие создают. Вот. Так все выглядит. И совсем недавно, в общем-то, мы эти кусты посадили. Видите, они уже почти вровень с забором. Они цветут. Вот там особенно они так хорошо разрастаются. К вопросу о покраске забора там и прочих таких делах. Вот еще годик, и уже обрезать придется так. А может, и не обязательно, обрезать будем.